Всем здравствуйте, меня зовут Олег Новиков. Хотя, наверное, если вы смотрите это видео, вы знаете, как меня зовут. Я хотел бы поздравить всех своих друзей с Новым годом. Каждый человек в канун Нового года вспоминает все хорошее и, естественно, все плохое, что произошло в прошедшем году. Год был очень сложный, и я знаю, что многие люди никогда его не забудут. Но что бы ни случилось, нужно продолжать жить дальше. Ради наших детей, внуков, наших родителей. Ради людей, которые нас любят и находятся рядом с нами. Ведь близкие люди – это самое главное, что есть в нашей жизни. Наши домашние, ушастые и пушистые, вот такие, как Уша, они тоже нуждаются в нашей помощи, и мы не можем их подвести. Так давайте соберемся силами и будем заботиться и радовать тех, кто дорог нам в этой жизни. И все обязательно будет хорошо. Что бы ни случилось, как бы трудно ни было, я знаю только одно, что всегда в любой ситуации нужно оставаться человеком. Нужно оставаться настоящим человеком. Я желаю вам только хорошего. Пожалуйста, берегите себя и своих близких. Не болейте сами. Пусть ваши детки не болеют. Детки, внуки, ваши родители, пусть все будут счастливы и здоровы в новом году. Будьте хорошими людьми настолько, насколько это возможно. И все обязательно будет хорошо. Удачи нам всем. Я не прощаюсь. Увидимся в новом году. Всего вам только хорошего. С Новым годом. Всем пока.